Всем привет, дорогие друзья, с вами Фростик, и сейчас я начинаю серию видео, в которых я буду рассказывать и показывать разные ошибки и причины, почему может не работать Google Play и как их решать. Это видео может оказаться полезным для тех, у кого случается та или иная ошибка, или же просто может оказаться полезным для тех, кто смотрит мои ролики постоянно. Все-таки это полезная информация, у каждого может что-то подобное случиться, Android он и в Африке Android. В общем, поехали. А сегодня мы поговорим об одной очень распространенной ошибке, которая возникает при установке какого-то приложения из маркета, то есть у вас будет приложение скачиваться, устанавливаться и на 100% будет выбивать ошибка "Ink no error code during application install -24". То есть, если переводить, это значит в процессе установки неизвестна ошибка 24. Это означает то, что на вашем устройстве есть какие-то файлы, которые не позволяют скачать или установить приложению что-то свое. Лечится достаточно просто, то есть пугаться не стоит. Нужно зайти в какой-нибудь проводник, который сможет копаться в системных файлах, хотя, в принципе, это тоже не обязательно. Лично я пользуюсь Solid Explorer, и еще с рождения, можно сказать, вы можете воспользоваться Root Explorer или ES-кой. Дальше мы заходим в две папочки. Одна у нас называется в памяти телефона Android Data. И здесь мы ищем файлы и папки с названием приложения, которое мы пытаемся установить и которое у нас выбивает та самая 24-я ошибка. То есть, если мы здесь это находим, удаляем этот файл, идем в следующее место. Дальше мы заходим на флешку, точно так же заходим Android, Data, ищем файл или папку того приложения, которое мы устанавливаем и которое у нас выбивает ошибка. Если находим, удаляем. Далее желательно перезагружаем устройство, затем возвращаемся в Google Play и вуаля, у нас все работает. В принципе, ошибка... Еще раз повторюсь, достаточно распространенная и лечится достаточно просто. Я даже сам, наверное, года полтора назад сталкивался с этой ошибкой, но тогда я просто перепрошил планшет и не стал заморачиваться. Тем не менее, думаю, информация будет как минимум полезной. В принципе, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, если вы столкнулись с этой ошибкой, решилась ли она. И если вы не столкнулись с этой ошибкой, а просто посмотрели ролик, то было ли интересной и полезной эта информация для вас. Все ссылочки в описании под видео. До новых роликов. Пока-пока.